Чтобы не доводить страну до новых потрясений, можно пойти и на отмену итогов выборов, написал на своей странице на Facebook бывший премьер-министр и экс-депутат Феликс Кулов. Накануне при отображении итогов голосования на выборах депутатов Джугурку Кинеша на сайте Центральной избирательной комиссии произошел сбой. По словам председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой, при подсчете дала сбой формула. Позже на брифинге председатель Совбеза Марат Иманкулов заявил о хакерских атаках сайта ЦИК из-за рубежа. После заявления Иманкулова ЦИК выдвинула новую версию произошедшего. Они назвали сбой в системе ГАЗ «Шайло» механическим инцидентом. Сообщение опубликовал информационный отдел ведомства.